Ураган Сэнди оставил Нью-Йорк без топлива. С сегодняшнего дня в городе введены ограничения на продажу бензина. Властям пришлось идти на хитрость. Теперь по четным дням будут заправлять автомобили с четными номерами, а по нечетным – с нечетными. Получить бензин независимо от цифр номера могут только машины аварийно-спасательных служб, автобусы и такси. Ситуация настолько серьезная, что следить за соблюдением очередности на каждой заправке будут полицейские.